Друзья, мы в Чиадаш Кундура, я сразу хочу обратить ваше внимание, в конце всплывет ссылочка, где я прошел сюда одно видео, я прошел с пляжа городского, прямо от муниципалитета, а второе видео я прошел с 25-й улицы. Все они всплывут в конце эти ссылочки, чтобы не повторяться. За моей спиной автостанция Джума Пазар, пятничный рынок, вот он. Итак, привет вам, семья, любимая привет, моя семья. Привет. Добро пожаловать, Ромка, всем привет. Спасибо. Зрители, и я замолкаю, друзья, чтобы меня меньше хейтили. Все. Калибабе сразу, да? Не знаю, ко мне или к тебе. Покажешь с той стороны, я сам. Хорошо. Ну, во-первых, это полиуретан подошва, 36-42 размера, $59. Еще вот такие, типа, другой модель, вариант другой. Ага, понял. Ну, во-первых, еще ромка, вот эти сегодня пришли, зеленые, пудра. Пудра. Пардон, извините. У вас так холодно. Нет. Вот. 36-43 размера есть. Пудра зеленая, чисто белая. Оптом продавать. Оптом отправлю. Все, мышь. Еще подними его, пожалуйста, повыше как-то. Хорошо, или теплее, да. Или а то он нет, сейчас пока тут... А то я замерзну, пока мы тут снимем видео. Так, это $59 было. Эти? Нет, эти $59, это $59. Ага. Вот эти... $69, баттал серии это $79. Ага, 41, 42, 43 размеры есть. 36, 43 вот размеры. Большой размер, да? Да, вот это, бак, 42. Uh-huh, вот, uh-huh. Бежевый. Uh-huh. Свет я заказал. Бежевый, черный, белый. Все свет, баттал размеры да есть. Еще новое привезли. Вот такие бежевый комплект. Перешит подошва, полиуретан подошва. Удобный, мягкий, комплект перешит. Дырышки. Дышащие. Да, дышишь. Летний, удобный. Ортопедичная стирка есть внутри. Да, вся тут много очень обуви ортопедическая, да. Друзья. Да. Еще силикон подошва. Это модные? Модно, да, вот. Вот, силикон подошва. И это такие же, да? Свет другой, да, 10 цвет есть. Дырышки, без дырышки есть. Вот, Ромка, здесь красные, синие, белые, черные. Красиво. Пастельный цвет. Вот ты. Эти, да. Вот эти цветы. Модно. Все это цвет. На любой вкус. Цена до $30. $30? Да, $30. Это из продажи. Компания, фирма из продажи. Нормальная цена $50. Ага. Сейчас один год, летний сезон. Ага, окей, прикольно. Все, смотрите, $30. Все размеры серии есть. Угу. Оптом да я продавать вот эти. Сегодня отправлю. Еще другой модель. Вот такие типа белые, желтые, вот ромка, бежевый, еще подошва легкие, удобные, вот такие. А эти какие цена? Цена 69, баттал размер $79. Ага, ага. Вот эти да похожи, 69, 79. Это стресс, ромка, вот, ага, растянется, когда удобно, вот. Понял, нога. Понял. Понимаешь? Это один раз, регулир, все нормально. Так. Еще второй, иди сюда, нова привезли. Вот и уже моя сторона. Хорошо, все. Хорошо, я не скажу, да. Ты скажи, пожалуйста. Давай. Ты все вам это слово. Рассказывай. Потом наварка быстро. Валерий, исходим наверх. Потом вернется. Да. Ну, я вас всех приветствую. Рада вас видеть, рада вас слышать через камеру. Я вас не вижу, вы меня видите. В общем, что я вам расскажу? Расскажу вам, что мы получили много всего красивого для вас, интересного, красивого, модненького, большие размеры, маленькие размеры, все у нас есть для вас модное. Начнем с чего? Начнем с красивых шлепок, с которыми мы начали работать, фирма Пани Гуареро. Это очень красиво, очень модно, это премиум качество. Очень хорошее качество, цена за такую модель $59, она есть наличие еще в бежевом цвете, очень красиво смотрится. Извините, что прерву вашу съемку, а либо вы забыл показать эту модель. Хорошо, спасибо. Вот такая модель, сквозная дырка, чем классная? Что значит сквозная дырка? Перфорированные насквозь. Ага, то есть дышащие, да? Вот такие вот они удобненькие, тоже они ортопедические, тоже фирма Пани Гуареро. То есть их ставу. Летом можно носить вполне? Это можно носить лето, да, у кого-то может такая, знаешь, работать, что надо черное, все, все в черное. Классика, стандарт, черный цвет, удобные. Вот, покажи поближе. Фиат?
красиво они сделаны, $59 за них цена. Так, эти мы оставим, потом покажу дальше. Все вы помните вот эти модели. Это все фирма Night Blue, Стамбул. Это подошва Thermalife, сквозная дырка. Здесь у нас красиво украшена змеиной кожей. Они у нас все в трех цветах представлены. Тут у нас резинки. Эта модель будет хорошо на широкую, глубокую, такую глубокая модель, на широкую ножку. У кого есть, как сказать... В общем, кто хочет, чтобы было без швов, это будет вам без швов. Оно будет так хорошо прям по ножке. Они идут большеваты, и будет хорошо, кому надо, чтобы было удобно, хорошо и легко. Сквозная дырка, Thermalife подошва, и тут хорошая ширина и глубина. Потом, кто меня любит, красивые блестящие девочки. У меня есть для вас красивые и блестящие, и в больших размерах. Напомню вам, что вот эти отшиваются от 36 по 42 размер, также эти от 36 по 42 размер. Цена за них $69. Здесь у нас стрейч, будет очень удобно одевать. Здесь у нас все украшено, девочки, смотрите, блестками, все у нас в стразиках. Night Blue всегда нас радует красивым, модным и очень-очень качественным. Реально, оно того стоит, цена за них $69. Супер модель. Смотрим дальше. Мы получили еще вот такого плана модель на один пальчик, кто у нас любит. Тут получается у нас вот так вот. И тут идет на один пальчик. В наличии есть три цвета. Зеленый, есть красивый розовый такой. Кто у меня Барби любит такого плана? Ну, в общем, тут, конечно, нужна ножка. Я вам там покажу. Подальше они есть. Полностью натуральная кожа. Тут они мягенькие. Они так красиво по ноге, девочки. Просто шикарно по ножке. Потом смотрим дальше. Вот тут у нас все полностью натуральная кожа идет. Это тоже фирма Night Blue. Радует нас танкеточкой. Есть просто классика. Есть классика в лаковой коже. Есть лазерная кожа в серебре. Наличие размеры от 36 по 40. Цена за них $49. Они будут хорошо на широкую ножку. Здесь или есть вот такой вот разрезик, или же есть резиночка, где будет она растягиваться и будет хорошо на ширину. Они идут маломерочки, поэтому их лучше брать на размер побольше. Если у кого-то есть ширина, будет супер. Дальше, девочки, смотрим. Опять же, продолжим на Пропани Гуареро, фирма Стамбул. Удобные, классные шлепки, ничего лишнего. Такая вот брошечка себе, небольшой каблучочек. Очень удобные, очень удобные. Мои любимые плейбойчики, которые я очень сильно люблю. Удобно, как комфортно. Плейбойчики, зайчики, ушки. Видишь, такие? Они на липучечке. Хоп! И погнала. Удобно, раз, и все. В наличии такая же модель есть и в черном цвете. Сейчас я вам покажу их. Пардон. Вот, в черном цвете она тоже представлена у нас. Тоже здесь леопардовый принт. Тут у нас зайчики. Все красиво смотрится. Цена за них $59. Размеры в наличии от 36 по 40. Ну и Paloma фирма, то, что очень тоже всегда актуально, вы у нас помните все, мы их повторяем для вас, потому что многие из вас... Сейчас мы, друзья, пройдем на второй этаж, а потом еще вернемся, Таня еще нам что-то покажет. На втором больше мужской обуви. Так, на втором этаже я уже давно не был, кстати, я вам его все обещал, обещал. Мужской рай здесь. Новые привезли, белые. Вот эти синие, черные, коричневые, белые. Еще вот такие очень хорошего качества, черные, чисто белые. Размеры? Размеры 44 размера есть. Цена? Цена 2125. Оригинальная фирма, хорошего качества. Вогер. Турецкая фирма. Легкие, очень. Это все Стамбул, друзья, это турецкие бренды. Многие бренды, именно бренды. Поэтому не надо писать, что дорого, оно качественное. Ручная работает. Свет белый, синий, черный свет есть. Еще классик есть. Еще спортив есть. Вот белый, чисто белый. Черный есть. Потом эскарита. Сейчас... Моя любимая фирма. Да. Вот эти. Вот эти 40-45 размера есть. Все это. Цена за $65. Лира 1900 лира примерно. Вот. Ручная работает полностью. Еще вот осень. Летняя осень. Эскарета. Новая модель.
Потом вот эти, все это свет коричневый, черный, бежевый, дырочки, без дырочки. Все это новое. Очень большой выбор тут всего. Потом Ромка Баттал сандали. Есть, Баттал 45-49 размер, кроссовки есть. Это женские тоже. Осень есть. Летний макросен есть, дырочки без дырочки есть. Вот макросен. Ромка. Коричневые. Черные. Черные есть. Угу. Еще новое привезли. Вот это полностью натуральная кожа, подошва, новая подошва, бежевый цвет, еще черный есть, похоже. 40 размеры, 45 размеры есть. Цена 1 минут, сколько? 9925 лира. Макосен всегда есть, Ромка. Дырочки без дырочки, коричневые, синие, черные. Дырочки без дырочки есть. Еще ботинки, женские ботинки, осень, зима. Все есть. Вот сейчас это много я заказал. Первый раз вот это отправлю. Сейчас это резина. Только стандарт. Вот это открывает. Удобно. Осень. Еще размеры 40. Еще, пардон, 36-42 размеры есть. Баттал 41-42-43 есть. Сейчас вот эти новые привезли. Ромка. Эти. Вот замок. Черный лак, натуральная кожа. Вот замок есть. Очень хорошо качество. Каждый день эта фирма отправляет осень, зима, потому что эта фирма... Когда байрам, потом все отправлю. Каждый день это 2 коробки, 3 коробки, 4 коробки отправлю в Стамбул. Я заказал назад. Постоянно что-то новое приезжает и приезжает. Классик есть, классик наверху, все это классик. Коричневый, черный, лак, синий. Шнурков, без шнурков, 40, 38, 49 размер есть. Еще 49? Да. Серьезно? Да. Вот. Вот это классно. У меня 48,5. 49 есть, без проблем это. Лак есть, без лак есть. Как хочет, классик. Молодой человек, синий, черный. Еще замши есть, Ромка. Вот. Синие. Замши, лак. Очень красивая. Да. Так. Еще потом. Кожаные кроссовки новые привезли. Осень. Ромка. Вот. Подошвы граммажа очень мало, легкие, удобные. Полиуретан подошвы. Полностью кожа. 2290. Вот модель 1890. 1890. Вот эти черные, чисто черные. Белые. 1890. Еще вот когда нога это проблем. Интересно, какие. Шнурков. Без шнурков. Резина. Смотрите, это модный белый, такой, черный, да? Да. Интересно. Да, модно. Это молодой человек много хочу. Прикольно. Еще белый там есть. Свободно. Пардон. Русские еще клиенты. Вот такие, Ромка. Русские клиенты пришли. Хорошо. Вот черный, сирия, зеленый, синий, черный есть. Синий, черный. 40-44 размер есть. Цена 2125 лира. Осень. Сандали летние, сандали любые, летние, да, смотрите, кожаные, большие размеры. 39-49 размер есть. 39-49. Тапочки, шлепки. Плавательные тапочки, кому нужны, может быть, кто на камушках купается. Это осень, Ромка. Черный. Еще синий цвет есть. Вот, подошва не скользит. Резина, когда... Они летний все, осень это подошва. Вот это полиуретан подошва. Кто хочет вот такие, кто хочет, вот подошва есть. Вот подошва да есть, когда осень. Классно. Да. Не скользят. Когда грязь, без проблем нету. Еще вот такие типа модель есть. Спортив вариант есть. Много большой выбор есть. Важно это
когда сюда приехали, можно посмотреть, понравится. Вы увидите покупает, то, что мы, да, может, даже не показали, вы увидите, да, сами, вам понравится, потому что показать все невозможно. Тут очень много всего. Вот, все на втором этаже, да? Наконец-то, да, мы тут побывали. Сейчас, да. Иду вниз. Хорошо. Так как нам только что пришли клиенты, да, купили у нас ботиночки демисезонные, девочка, посмотрите обязательно видео, передаю вам большой привет. И передам привет маме Любе. Из Ташкента. Маме Любе большой привет. Знаю, вы меня смотрите. Очень приятно было увидеть ваших родственников. Очень жаль, что вас нет. Приезжайте, мы вас в тоже Аланию будем ждать. Отдашь, увидимся. Все, маме Любе привет. Таня сейчас еще что-то покажет. Давайте я расскажу. Значит, что вам покажу? Классная новиночка. Все вы помните вот такие модели? Фирма Мель Димор отшивала в прошлом году классные. Вот это ортопедическое. Очень хорошие. Регулируется по ширине больше, меньше. Наличие и размеры от 36 по 41. Много цветов разных. Они в этом году стали, девочки, дешевле. Сколько? Знаете, сколько они стоят? $59 всего лишь. И что самое интересное, фирма Мель Димор начала отшивать сандали. Вот задничком, оно в чем отличие. Ты понял? А цена? Сандали тоже $59. Же, ага. Одинаковая цена. То есть, кто хочет цена задничком, кто это хочет. Это очень классная модель, очень удобная. Угу. Она вот, смотрите, прям вот она вот. Оп, вообще вот такая модель. В наличии размеры от 36 по 41, цена за них $59. Кто у меня по скидочкам? Есть у нас такие девочки. Смотрите, какая красота. Ортопеды, такая спортмодель на липучечке, цена $30, чтобы не говорили, что ничего нету, вчера даже да, все дорого. У меня есть дешевые по $30, вот девочки. Это все. Все, вот это вся стена, покажи, пожалуйста, сейчас по 30, меня. Меня, смотри, покажи тебя. Меня. Вся стена по $30. Дешевое есть от $10 и до $80. А что по 10? На улице. На улице. Есть вот такие вот зелененькие, есть вот такие вот красненькие по $30. Очень классные, они реально, знаешь, они обалденные, они ортопедические. Смотри, это супер моделька, синенькие. Отличная модель. Также у нас все продолжается, Мель Димор у нас есть. Хорошее качество, вот это просто пушечка. Они такие красивые на ножке, они такие удобные. Цена за них $59. Очень удобно. Тигр, леопардик. Прям красота. Потом, это тигр или леопард? Что это? Леопард. Леопард, наверное, да. Это у нас змеючка. Ух ты. Для таких, знаешь, для... На модель на худую длинную ногу. Наличие размеры от 36 по 40. Цена за них $59. Очень-очень красиво на ножке. Прям так, ну вообще. Будете все у меня красотки в чадаш обуты. Очень актуальная модель в этом сезоне — Хермесы. Я для себя была тоже взяла в красном цвете, в черном цвете, в коричневом. Такое впечатление, что он как замшевый. Он замшевый. А, да? Есть замшевой кожи, а красные. И коричневые есть замшевой кожи. Очень актуалочка. Они ортопедические. Цена за них $55. Они отшиваются от 36 по 42 размер. Они очень крутые. Очень. В этом сезоне это просто пушка. Белый, красный, черный, коричневый цвет. Сейчас есть в наличии. Еще партию новую ждем. Для вас заказали, потому что уже все продали. А вот это тоже как змея, да? Это тоже змеиный такой принт. Очень красиво. Так, итальянская такая модель. Она мигуська такая, смотри. Но очень интересная. Размер 36-40, цена $49. Вот такие вот классные зелененькие, очень актуально в этом сезоне. Когда залетели, были в чадаш, продали все, получили еще в зеленом цвете, заказали в белом и в черном. Цена за них $69, это премиум качество. Фирма Пани Гуареро, очень круто. Друзья, я уже чуть-чуть такие устала, названия у фирм стали турецких интересные. Я потому что уже с ним, ой, устала. Да, а, вечер у нас уже. Как... Вот, смотрите, как на ножке смотрится. Я показывала вам эту модель. От 36 по 42 размер наличия. Цена за них... Я не помню цену за них реально. Мне кажется, что $69, если я не ошибаюсь. Вы, пожалуйста, если я не помню, правду говорю, не помню, придете, посмотрите на коробке, написано, коробок здесь нету. Наверху все коробки. Вот это, на широкую ножку, большие размеры. Вот тут такая пряжечка, золото, удобненькая такая. Красота. Цена, если я не ошибаюсь, $59. От 36 по 42 размер есть. Потом, очень красиво вот эта актуалочка. Светочка. Такая, просто вообще не знаю, тоже разрывает у меня Инстаграм, все любят, это все текстиль, и вот эти шлечки, все полностью из натуральной кожи, тут все кожа, наличие размера от 36 по 40, цена за них $69, может, я тоже не помню, в общем, они есть, приходите, я не помню, правда, то, что помню, называю.
Вот это очень стильно в этом сезоне. Тоже актуалочка красивая такая. Рома, смотри сюда. Рома! Рома снимает потолок. Смотри. Глазами. Красота белая. Идет. Они такие удобные. Очень и очень цена? Стильные. Цена. Цена. Они забывают. $49 ага, цена. Вспомнила. Потом, что покажу вам еще интересненькое. Вот такие для вас получили. Есть каблук пониже, есть каблук повыше. Цена за них $59. Это каблук 3 сантиметра, есть каблучок 5 сантиметров повыше. Есть также танкеточки, девочки, вот такие большие. Ну и гюрюшюрюс. Слушай, мне чай принесет еще один. Вот такие вот все красивые танкеточки. Потом классные, очень удобные. Получили вот такие белые со сквозной дыркой. Легкие, боже мой, какая красота. Мы размеры не называем, но есть до 40 какого-то, да? Эти есть до 41-го. Угу. Нет, до 40, да, до 41-го. В этом цена году у них $59. Очень много больших размеров. А вот какая красота, смотри. Сквозная дырка, удобные. Видите, что творится? Красота. Цена за них $59. Девочки и мальчики. Мы вас всех ждем. Приходите в Чаодаш. У нас большой, огромный выбор обуви. Мы вам все покажем, обуем, расскажем, напоим вас вкусным чаем. А насчет торговаться мы вам уступаем. Как можно так уступаем? Много мы за торг не рассказываем, как Али-Баба рассказывает, так есть, друзья. Что можем, то уступаем. Обувь дорогая, мы покупаем. Вы сами видите, у нас хорошее качество, ничто не... Хотите подешевле, пожалуйста, вот по $30 есть. Хотите еще дешевле, на улице по $10 есть, друзья. Все есть, приходите. Все ссылочки, контакты, все в описании закреплено в комментариях. Сейчас плывут ссылочки, как пройти сюда от городского пляжа муниципалитета и как пройти с улицы 25-й. То есть два видео всплывет, там прям без паузы монтажа. Гарри Поттер пошел. Похож на Гарри Поттера, да. Друзья, Гарри Поттер пошел. Блин, Гарри Поттер пошел. Все, всем хорошей торговли вам, друзья. Или мы с Таней перетрудились, реально. И у него еще такой рюкзачок желтый такой, да? И волосы, и очечки, и все. Ну реально. А прикинь, если этот артист реально отдыхает здесь просто.